Чтобы не врезаться в нож, нужно обязательно поднять заточной круг перед контрольным пуском. Прогоняем в холостую, для того, чтобы убедиться, что круг не цепляется. Постепенно опускаем заточной круг к ножу. Помня результат, что у нас посередине яма, а края не выработаны, в первую очередь нам нужно убрать лишнее с краев. Значит, искра должна у нас идти только по краям ножа.